Большое благодарность Центру современного искусства имени Курехина, в котором мы сейчас находимся, прекрасный зал, в котором расположилась эта экспозиция, и без команды которого эта выставка была попросту невозможна. И к проектам, которому я сейчас предоставлю слово, Виктория и Анастасия Георгиевна продолжат и расскажут все далее. Хорошо? Ну, идея выставки, она давно была. Она как бы очень была главным инспиратором и идеологом и собирателем этой выставки. При этом Виктория Мишкина у нас главный куратор. Абсолютно беспрецедентная историческая значительность этой выставки, потому что никто никогда не думал, даже все как бы знают по медиаискусству, по новым медиа, по видеоарту. Никто уже давно не помнит, с чего все начиналось и откуда это было. Собрать это все воедино, систематизировать хронологически, выйдет каталог, книга, где можно будет изучать этот период и посмотреть, что было создано художниками именно начиная в Ленинграде, начиная от параллельного кино, академического кино, независимого кино. И когда режиссеры все это снимали сначала на кинопленку, но тем не менее это было уже на территории искусства, потому что они взаимодействовали с этим носителем, они рисовали, процарапывали. И вообще это уникальный период, период свободы, период свободного интернета, без открытости какой-то, открытия всего нового. И когда художники вслепую повторяли эту дорогу, и не было же интернета, они только пытались представить, как это может быть. Уникальность ее в том, что многие художники, они здесь сегодня присутствуют. Здесь присутствует и Андерсен Слова, и Константин Митинёв. Вы можете даже познакомиться с ним, Людмила Белова. То есть этот переход от 90-х годов к 2000-м, когда стали делать первые инсталляции, когда видео стали помещать уже в пространство, мы можем со всем этим познакомиться с сегодняшним днем, высоты и пирамиды, посмотреть, какие интересные были эксперименты и попытки. Большой огромный раздел выставки посвящен коллажу и монтажу. У нас представлены художники-инженеры искусства, которые сначала вручную монтировали коллажи, потом снимали фильмы с этими аппликациями. То, что сегодня очень легко сделать на компьютере, когда это все делается вручную, когда ты понимаешь, как это все происходило, понимаешь, насколько это интересный процесс. Представлены эксперименты Андреса Венслова и новых композиторов, первые такие драйвовые клипы и фильмы. Много фильмов по сеансу вы можете смотреть в нашей программе, представленных на зале. Вот. Ну все, поздравляю вас всех с открытием. Спасибо большое всем участникам.
Gracias.